Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Бухалыч. У нас есть все, что нужно для рейда, и как бы выполнены все задания. Нажимаем завершить и будем выходить сейчас на глобальную карту, чтобы посмотреть, кто же нам попался в этот раз. Давайте также посмотрим, что у нас с лекарем здесь. Получаемый опен, шанс найти детали и урон в рукопашном бою. Это все пока что нас не интересует. Меня интересует только одно. Найти парочку бутылочек воды и принять душ. Потому что реально воняет. Воняет персонаж. Хотя и с другой стороны, мы же не идем на свидание. Мы идем на рейд и вонять как бы суровому мужику, выживающему в мире постапокалиптическом, где везде и всегда толпами суют зомби, я думаю, что позволено немножечко и подвонять. Также давайте алкоголем утолим жажду практически под максимум и закусим это все парочкой вяленых стейков. Выходим на глобальную локацию, еще раз проверим, все есть. Три заряда C4, в принципе, все очень и очень таки для нас благоприятно. Надеюсь, что рейд пойдет без сучков. Как говорится, сразу найдем хороший лутец. Так, и самое главное показать — это Мария. Мария, мы идем к тебе. Надеюсь, у тебя база совсем не сверхмегалодонская, а простая себе такая база, на которой лежит... Не хотелось бы найти мега крутую базу. Хотелось бы найти хорошую маленькую базу, но зато с хорошим очень лутом. Это, конечно, если я так задумал. Что попадется, это попадется. Главное, чтобы не пустым уйти-то домой. Так, что мы видим? Мы видим сразу же... Да мне кажется, на этой базе даже и парочка ящиков не завалялась. Да, что за база? Что за день? Ну, терять нечего, мы будем рубить. Почему бы и нет? Задания рейдеров пройдены, я имею полное право... Все-таки попробовать залутать вот эти ящики. Всего лишь 5 ящиков. И вот отдельная комната. Наверное, там я не знаю, что. Может, диванчик? Или... Ай, блин. Всего лишь практически ничего. Так, ну что, у меня выбор невелик. Лутай или быть... Или быть убит. С глушителем. Вообще убиваем зомбятин. Пистолет с глушителем на изи убиваем сейчас. И пробуем дальше лутать всю базу. Так, будем выстрел, отбежал, это экономит нам и хил, и как бы наши аптеки. И хил, и нашу бронь, ребят. Сорямба. Так, ну я понимаю, что здесь нужно будет брать какие-то ресурсы, может быть микросхема, и на самый худой конец, может быть даже несколько красных талонов. Это бы все хотелось найти. Хотя бы этот лут найти на этой базе. Потому что я так представляю, что мы можем вообще ничего хорошего с этой базы и не вынести, ребят. Так, пока что не юзнул, по-моему, ни одной птички, если я не ошибаюсь. Попробуем сейчас так. Первую заюзали. И один блок, я так понимаю, тоже у нас минусанется в процессе рейда. Уютненькая, конечно, база, Мария. Но не могла бы ты, конечно, получше лут сделать. Первый ящик — это пропуск Ромео бункер. В принципе, нам не нужен. Очень сильно не нужен. А вот известняк, который нужен для постройки стен и кожа, вот это мы заберем. Следующий ящик. О, глочатина, ребят. Глочатина, хорошо, замечательно. Так, 19. Давайте 20 еще блоков возьмем. Если было бы побольше дубовых бревен, бревна тоже забрали. Следующий ящик и еще маленькие сюрпризы. То есть куча крепкого алкоголя. Допиваем. Бухалыч, в принципе, на то он и бухалыч, чтобы мимо алкоголя крепкого не проходить, а, как говорится, его пить. Выпиваем крепкий алкоголь, заедаем это все стейками. Так понимаю, что с этого ящика взять... Да, даже не знаю, что взять. В принципе, брать мы ничего не будем. Этот ящик нам приносит древесину и доски. Ну, доски, почему бы и нет? Почему бы и не доски не взять? Может быть, когда-нибудь и пригодятся.
Думаю, что обязательно пригодятся в крафте брони, в крафте топоров, ребят, и может быть даже каких-то стен. Последний ящик и, как я и говорил, красные талоны, микросхема и даже часть двигателя. У нас есть надбитый топор, я думаю, именно его мы оставим здесь. Хотя у нас есть еще чоппер, я понимаю. О, смотрите, бродяга, она спит лицом вниз. Вот эта девка гуляла целую ночь. Вот мы пришли ее рейдить, а она тут заснула. Так. И вижу, что тут даже вся база не прибрана. И есть даже, там, я не знаю, волосня растет. И, как говорится, деревья, все как положено. Глок на глок. Но я же использовал глок, конечно же, с глушителем. Это очень печально, ребят. То, что попадаются такие базы. Проходишь, конечно, кучу заданий, о, доски. И попадаются именно такие базы, на которые даже, ну, не то что, ну, не хотелось бы попадать. Так, что мы можем взять еще с этой базы? Железо? Ну, в смысле, металлолом? Нет, а вот часть двигателя хороший лутец. И, наверное, вместо этих стейков запилим ключи. Да, ребят, пишите в комментариях, вас попадались такие базы, как часто они у вас попадаются, и что делать, чтобы избежать вот таких вот баз. Может быть, есть какие-то дни, в которые лучше ходить на рейды, или, может быть, есть какие-то приметы, которые можно использовать и избежать такого рода рейдов. Ну, все, в принципе, то, что мы могли, то забрали с этой базы. Я думаю, лучше лут уже не заберешь, даже если слиться по Тиколе и прийти сюда еще раз. Хотя, если честно, можно подумать. Такие ресурсы это тоже нелегко достаются. Например, болты, которых тут 15 штук можно было бы забрать. Или, например, да, ребят, мне кажется, тут даже и сливаться да незачем. Вот единственное, что можно было бы руду какую-то позабирать. Но видно, что парень фармит, или Мария, эта девушка фармит. Но недостаточно, чтобы мы поставили хорошую оценку в этом рейде. Так, ну что, где наш чоппер? Где чоппер? Чоппером, чоппер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Даже не знаю, насколько это крутой рейд. Обычный рейд обычной базы Мария. Ну, ребят, давайте, в принципе, мыслить здраво и не каждый раз же попадать на мегалодонские базы. Мария тоже как бы играет и тоже, я так понимаю, выполнила задание рейдеров. И теперь попалась ее база именно мне. Бывает всякое. Ну, осталось нам только поделиться с рейдерами и как бы продолжить играть, продолжить выполнять задания. И, может быть, нам еще повезет и попадется хорошенькая база. Очень хорошая. Так, прибыли мы на базу. Как вы видите, разрыв соединения уже не... Конечно, меня не теребит. Это очень и очень приятно. Как я давно не играл без разрыва соединения. Ну, вот, настало и такое время. Что мы можем взять? Мы можем, наверное, взять где-то здесь фильтр. Заодно вот сразу состыковать наши талончики. Состыкуем, хорош. И еще талончики. Ну, блин, а тут фильтры. Фильтры, ребят, наверное, лучше всего. И ничего на свете лучше нету, чем предложить фильтр нашему райдеру. А я по лицу понастучал за такую базу. Ребят, давайте жить дружно. И нажимаю поделиться, даю вам целый фильтр. Машу рукой, как бы с уважением к вам отношусь. Давайте базы мне покруче. Вот такая вот база, блин, попалась. И, наверное, единственное, что осталось, это напиться крепкого алкоголя с горя. Начинаем. В принципе, все сначала. Сейчас возьмем задание рейдерам, посмотрим, что попадется мне в следующий раз. Какие задания? Возможно, их пройти за один день или все-таки растянуть на целых два. Интересно, попадаются ли сейчас рейдеры, в которых... Да что ж такое, крутится, не крутится. Вот и рейдеры. Я думал, это торговец, это честное слово. Сейчас мы посмотрим. Если, конечно, те рейдеры сейчас нам предложат задание без аэродропа или, например, торговца, то можно даже будет пойти
и выполнить их прямо сейчас, прямо сегодня. А вот и торговец, ребят. Да здравствует торговец. У меня 15 монет доступно пропустить только со 120. Поэтому, ребят, всем спасибо за то, что смотрели. Уже завтра выполним это задание. Сейчас походим по локации, чтобы потратить немножечко энергии и вызвать первого торговца. Завтра, надеюсь, появится еще один торговец в радио. И следующий также реснется через 12 часов. Торговцы появляются раз в 12 часов, если я не ошибаюсь. А с вами, ребят, прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот видос, несмотря на то, что вот такой вот он не сильно крутецкий попался. Но, тем не менее, ребят, бывают такие рейды, бывают такие дни. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.